Добрый день, друзья! Вчера ВКонтакте создатель группы Котова Лайф выложил вот эту фотографию, датированную им 69-м годом, и объявил конкурс угадать, с какого места было сделано это фото. Я уже снял видео и покажу вам позже, откуда сделана эта фотография. Но сейчас немножко о другом. Вот автор указывает, что фотография эта сделана в 69-м году. Давайте разбираться. Вот дом Мира 177. Введен в эксплуатацию в 63-м году. Мира 179. Введен в эксплуатацию в 64-м году. Губкина 1. Введен в эксплуатацию в 66-м году. Вот видите, еще кран стоит. Ну, скорее всего, уже дом уже готовится к приему жильцов новоселье. Вот фундамент строящегося дома Нефтяников 2. Введен в эксплуатацию в 67-м году. Давайте посмотрим теперь на время года. Ну, желтеют листья, это, скорее всего, наверное, конец сентября. Вот. И я так подразумеваю, что фотография сделана в конце сентября 66-го года. Вот они, друзья, старинные фонари. Я насчитал 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. И когда снимал видео в парке, тоже насчитал 5 штук. Еще, друзья, я вот уверен, что все-таки это сентябрь. Вот посмотрите, мужчина идет в рубашке с короткими рукавами. Она в октябре уже, наверное, будет холодновасенько так ходить. Вот, друзья, примерно отсюда была сделана эта фотография. Вот где-то 5-6 метров до этого первого фонаря, светильника. Построен этот городской центральный парк в 1968 году в честь юбилейной даты 50-летия образования комсомола Коммунистический союз молодежи, чему свидетельствует памятная стела при входе в парк. Вот она, эта памятная стела. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР от 14 до 28 лет. Вот они, эти старинные светильники. Вы, наверное, раньше не обращали на них внимания, потому что они теряются рядом с соснами и тополями. Тополя и сосна, они более величественные, чем эти светильники. Друзья, на этих лавочках не сидите, потому что вороны накакают вам на голову. А, здесь они, видите, устроили жилище такое. А, друзья, конечно, уже кружку уже подарили этой женщине с логотипом Котова Лайф. Она, наверное, уже пьет с нее вкусное кофе. Но я и не претендую на приз. Я просто хотел поставить все точки над «и».